Всем привет, это видео не будет смешным. Я хочу показать им правду про Ильдара ТМ. Заметили ли вы, как из обычного чувачка, который снимает прикольную анимацию, он обратился в Бравл Старсер? А перед началом видео хочу рассказать вам о Next RP. Это серьезно. Ради интереса, зайдите на его канал, вы увидите тонну однотипных видео по Бравл Старсу, которые есть ни у одного ютубера. Мне кажется, или это не просто совпадение? И у меня есть одна теория, которая, скорее всего, правдива и перенесла вас в шок. Ильдара похитили. На него и много других ютуберов напали злоумышленники. И теперь держат в подвале и записывают с их аккаунтов видео. Однотипное видео по Бравл Старсу, которые набирают много просмотров и которые интересны всем детям. Они каждый день гуглят Бравл Старс и видят там тонну таких однотипных видео. И это ужасно. И поэтому я настаиваю, чтобы вы писали хэштеги под видео Ильдара «Спасите Ильдара», чтобы спасти чью-то жизнь.